Kazakhstan's economic growth rate amounted to 2.7%. Темпы роста экономики в Казахстане с начала года составили 2,7%. Основные показатели социально-экономического развития страны за январь-ноябрь озвучил на расширенном заседании правительства под председательством главы государства премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, положительная динамика отмечается в таких отраслях, как сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование. Внешнеторговый оборот за январь-октябрь увеличился на 34% и достиг 111 миллиардов долларов. Экспорт вырос на 45%, в том числе обработанных товаров на 35%. Положительное сальдо торгового баланса за отчетный период удвоилось и составило 31 миллиард долларов. По итогам первого полугодия объем инвестиций в нашу страну вырос на 28%, составив 14,5 миллиардов долларов. В целом, в ближайшие 7 лет Казахстан намерен привлечь не менее 150 миллиардов долларов. Также глава Кабмина отметил, сейчас проводится работа по внедрению принципов новой концепции управления госфинансами до 2030 года. Утвержденные нововведения позволят сократить трансферты из нацфонда на 1,4 триллиона тенге в следующем году, вместе с тем стабилизировать темпы роста расходов бюджета. From the National Fund by 1.4 trillion tenge next year, as well as stabilize the growth of budget expenditures. В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов нацфонда до 100 миллиардов долларов.